Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о, пожалуй, своей самой любимой педали, которую сделал Александр Кузьмиченко. Это вот такая вот чудесная маленькая коробочка, которая носит кодовое название Dumbloid. Нетрудно догадаться из названия, что эта педаль имеет определенное отношение к усилителям легендарной фирмы Dumble. Даже страшно как-то произносить название, сейчас как бы не засудили сразу. Да, в общем, были и есть такие легендарные усилители Dumble, которые сделали, к сожалению, очень маленьким тиражом и очень большое количество известных гитаристов в жанре блюз и блюз-рок подсели на них, как на настоящий наркотик. В их числе самых известных Стиви Рэй Ваун из современных гитаристов, это Джон Мэйер, Джо Бонамасса, все эти люди тем или иным образом используют усилители фирмы Dumble или же их клоны. Так чем же они так хороши? Да черт его знает. Нет, на самом деле хороши. Очень уникальный звук. Как сказал Александр, кстати, звук Dumble очень заразителен. Подсев на него однажды, с него очень сложно слезть. И, кстати, это очень сильно прослеживается в творчестве выше обозначенных музыкантов. Расскажу вкратце. Значит, эта педалька имитирует характерный теплый овердрайв в стиле усилителей Dumble. Она имеет 4 регулировки. Это громкость, это гейн, это тембр и вот эта ручка акцент. Она называется акцент, она добавляет определенных сверхвысоких частот, но немножко отличается по своему функционалу от регулировки с названием Presence, которую мы обычно привыкли видеть. В дальнейшем покажу. И вот такой маленький переключатель, который переключает педаль. В педали два режима. Режим рок и режим джаз. Отличаются они характером обработки верхних и средних частот. Вы это услышите. В режиме джаз, как следует из названия, педаль имеет более округлый, более теплый звук. В режиме рок более наглый, более яркий. Педалька достаточно универсальная. Вкратце сейчас покажу и расскажу. Да? Начнем с, пожалуй, да, режима рок. Усилитель Fender Princeton Reverb, собранный Александром Кузьмиченко. Гитара Fender Stratocaster, чистый канал. Итак, начнем. Фон, к сожалению, неизбежен, потому что гитара с синглами, это нормально. На данный момент регулировки все, кроме громкости, стоят по нулям. Громкость выстроена так, чтобы звук с эффектом не сильно превышал чистый. Достаточно теплый, интересный, кажется немножко гнусавым, но в этом есть вся фишка этого звука. Он какой-то магический. Покажу немножечко больше возможностей. Если мы увеличиваем гейн, вот, например, сейчас на семерочку я ставлю, драйва становится больше, и обратите внимание, овердрайв приобретает некую фузовость в своем характере. Он становится таким немножко колючим, немножко более подходящим на фуз. Если мы добавим еще гейна, то мы получим уже практически драйв на грани фуза. Так, покажу дальше, что еще. Оставлю гейн в районе семерочки. Тембр. Уберем немножко.
звук более гладким. Но прибавим, например, акцента и сделаем его чуть более читаемым, с более явной атакой. Прибавим наоборот тембр, чтобы сделать звук более ярким. Но убавим атаки. Как видите, очень универсальный эквалайзер дает возможность настроить практически любой оттенок звука, который вы хотите. Так, пробежимся немножко по переключателю вот этому. Сейчас он стоит в режиме рок, звук такой достаточно колючий. Если мы переключимся в режим джаз, он станет более теплым. Педаль отлично реагирует на динамику. Собственно, да? На ручку громкости. Дальше. Очень легко и удобно использовать педаль в качестве некого клинбустера, имеющего характерный оттенок. Убавляю гейн до значения там четверка, это где-то меньше половины. Как видим, особенного перегруза драйва не добавляется. Это наш чистый звук. Вот этот звук наш перегруженный. Но если мы прибавим громкость, то мы можем легко использовать педаль как клинбуст с характерным теплым оттенком. Смотрите. Все наши настройки эквалайзера и частот. Допустим, переведу в положение джаз. И получили отличный блюзовый легкий брейкап драйв. Очень советую всем. Я реально просто балдю от этой педали. По-честному.